Ароматы копченой рыбки словно магнит притягивают рязанцев к мобильной ярмарке «Икра и рыба камчатская». На этой неделе возле торгового центра «Премьер» рязанцев вновь радует камчатское рыбное изобилие. Расскажите нам, какую рыбку любите? Белорыбицу. Белорыбицу люблю, потому что она вкусная. Нежная, мягкая. Что еще доложить? Супруга ваша сказала, что... И очень хорошо к чаю идет и кофе с утра, когда ничего не лезет. Лидер продаж, по словам продавцов, чевыча. Эта рыбка не только чрезвычайно вкусная, но еще и очень редкая. Ее вылов регулируется специальными пунктами российского законодательства. Чевычу ценят за отменные вкусовые качества и набор полезных свойств. Белорыбица тоже популярна у рыбных знатоков. По своим вкусовым качествам она вполне может поспорить с чевычей. При этом белорыбица – жирный, но малокалорийный деликатес. Здесь много чего можно купить. И чевыч очень хорошая, и белорыбица. Ну, все свежее и качественное. Да, икру купила. Люблю морепродукты. На выставке продажи также можно приобрести икру самого свежего вылова, ведь ее незабываемый насыщенный вкус ценится среди гурманов. Рыбка на ярмарке «Икра и рыба камчатская», что называется, на любой вкус и кошелек. Полезно, конечно. Попробуйте, и вам понравится. Успеть приобрести и попробовать свежие, вкусные, любимые рыбные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Ходом до 27 мая включительно. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская» ждет вас.